Гречневым чавканем сильной личности, словесного поноса рьяной кавалерии. Ты забейся в сочные ямочки, мягкие дырочки, пулями оставленные. Ведь лучше стучать, чем перестукиваться. Анонимная философия продавшихся заживо, за колоссальный бесценок, заживо погребенных. Летнюю резину изношенных прокламаций, обильно смоченных психоанализом. Единым фронтом опостил суя, снулая рыбка растраченной потенции. Ты ведущий, бля, на новые подвиги. Мерзлая веточка опьянения. Ковырни, ковырни в мыльном вареве, невыносимо невинного прошлого. В мыльном вареве хлеба съеденного. А небо все точно такое же, как если бы ты не продался. Ну так че, я предлагаю, встречаемся тогда в этом. В Коврове на памяти Егора Летова. 17 числа. Бирмингам паб, что ли, как-то так называется. Очень сложно это название для меня, для русского паба. Бирмингем. Да, вот. Там встречаемся. Слушай, а если мне память... Там заснимем еще пару групп, они скажут. А Бирмингем паб, Бирмингем-то, это же ведь, по-моему, не родина, но ли Битлз, город-то в Англии. Хз вообще. Ну чё? Ничего, пока ждём. Где он у нас? Михаил пошёл за пивом. Михаил, помашите ручкой. Всё, Михаил засветил свой пивас. А, он уже идёт. Хотел сказать, пока мы вам тут сказки рассказывали в том видео, да? Уже Бирмингем паб превратился в куртки. Нет, в куртку Бэйна. Бэйна, да, наконец-то хоть название по-русски. А самый прикол, я перепутал. Бирмингем — это же Black Sabbath, а не Битлз. Вот. Yeah.
По поводу мероприятия сегодняшнего. Это надо делать, ну, потому что Егор Реков там, я не знаю, вот Янка. Для меня тоже вообще. Егор Янка, иногда понимаешь, они вот те самые поэты, рок-н-ролльные первые, которые начинают все это, весь рок-н-ролл, весь советский, все это как бы ту тюрьму. Да не сейчас, а там. И поэтому, ну, не сделал такой вещи, это, блядь, как минимум грех. Конечно. Да? Тем у тебя больше его. Там нечего. Ну что, поедем без продать. Еще раз! Вообще-то выпьет. Ну да, что выпьет? Кто не хочет выпьет случайно вдруг балконом, но каждый любит морды бить прохожим и знакомым. Лучше получше влезть дерьмо, я хочу быть любим. Я хочу быть любим. Я хочу быть любим. Не хочет быть один в апреле или в марте, но каждый хочет быть любым. И так, кто не платит? Никто не хочет всех пробить и быть на то распятым, но каждый может погрустить, а всякому непонятно. Лучше больше в лес. Спасибо.
Это тот момент, когда люди пришли на концерт, да, фотографируются с Мишей. Это угар. Ну что, ты пошел? Давай, только не теряйся. Надюш, я пошел греться. Все. Ну давай, пламенную речь. А при чем? Король шут, что ли? Ну так вот, учитесь, какую музыку слушают красивые женщины. Что-то я начал Последний корабль остыл, последний пароход.
надо еще два микрофона. Ладно, я не буду придираться к этому, к ремню на гитаре. Пропаганда. Предрассудки. Нет, пидоры украли радугу. Это статья теперь. Пидоры украли радугу. Есть что сказать? Это мне. А нет, кто-то еще будет. Кто здесь самый главный анархист? Кто здесь самый хитрый шпион? Кто здесь самый лютый судья? Кто здесь самый удалой Господь? Где бассейн, да земли конура? Всегда магазин, да меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума прочь. Пока не поздно, из крысы прямо в ангелы. На картинке красная морковь. Поезд и будет ладровь. Лишь калитка по-прежнему настежь. Лишь поначалу где кому не больно. Небо синий, на земле конура. Тебя вы, а меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума прочь. Пока не поздно, из крысы прямо в ангелы. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, айда по домам. Небо синий, на земле конура. Тебя вези, для меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума нахуй. Пока не поздно, из крысы прятал ангелы шасть. Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Что мне еще надумали с собой козлами вынесли? И заплатывали эту фоточку промолчать. Убежденно провожать ненаглядные вторники. Капризно вспоминать широченнейшие поприще. Литошевистки для баланса и отгузные вторнички. Рыженькие кошечки и беленькие собачки. Западно-берлинские спички. Резиновые луки на них мышцы лица. Что-то кислое потеряло по стеклу. То ли благоразумие, то ли слеза. Всевышний генералитет выразил вулканическое недоумение. Тем не менее, одна праздник улыбки загнула в голову. Грянула громко, запотели очки. Порвались, бедные мои башмачки. Пустяки, дело житейское. Хитрожопые. Будет еще и сажень в плечах. И жопа с ручкой. И ядреная ложь. А также заведомая кундосая ложь. О том, как я вдрызг и брызг. Отравился кривой окаянной усмешечкой. Давай, Мишко! Завел коня тузной ухмелочкой. Если однажды окажется вдруг, что у меня не было вовсе, заповедные коротки приемства заранее сновидения, знай, не ловил из них, прости для меня. Жизнеутверждающей ноте мы заканчиваем наш концерт. Всем спасибо. Егор Олетова. Заебал, не могу последний момент. Хорошо, я одну песню споем. Я тебя прошу, последний момент для чистого. Мы же, блядь, последний из Маргикан, кто ходит. Ну хорошо, давайте, давайте. Зимой, пока только мне отвечает лица, закажем верстет.
Расскажи о себе мероприятием. Ты, да, дед! Я вам хотел сказать, крока, что, блядь, это, ну, как бы, группа я решил организовать после того, как услышал Егора Летова. Не плодой. Что мне сложно, то, что я не сделаю, не хочу. Я прям охуел тогда. Это было, блядь, давно, пиздец, какой-то 88-й или 7-й год. Я уже не помню точно. Здорово, конечно. Никто не ожидал появления такого пиздеца. Все, блядь, думали, что будет по-другому. Я рад тебя видеть. В следующий раз я тебя найду во Владимире. Во Владимире. В городе Владимирской Руси. Какого-то там года, века. Подходи. Фест назвать. Ну можно, но кто ж знал-то? Забыли про Егора Летова.